Приветствую вас, друзья! Рад вам сообщить, что вышел очередной номер календаря «Вокруг света армянского» на 2024 год. И посвящен он как арцахцам, так и вот десятилетию антитопора в 2023 году, юбилей у нас был или будет, ну, в зависимости от того, когда вы смотрите этот самый выпуск. Ну и хочу сказать, что здесь в принципе ничего не изменилось. По каждому дню какая-нибудь интересная информация из истории Армении, из мира армяноведения, каких-то героев армян по всему свету, ну и так далее. И вообще в этом календаре много чего такого, о чем вы, в принципе, сами найдете, я не буду рассказывать. Я лишь скажу, как его заказать. Тоже ничего не изменилось. Вам нужно, значит, обратиться под это самое видео, вот под этим самым выпуском, если вы смотрите в YouTube. Там есть ссылочка, называется «Купить календарь». Вот проходите по этой ссылочке, заполняете купон, и вместе с оплатой, там сумма тоже указана, какая сумма, вместе с оплатой отправляете, значит, по указанному адресу. И если вы проживаете вне Российской Федерации, за пределами Российской Федерации, то вы можете написать на электронный адрес и спросить, как нам получить, значит, этот календарь за пределы России, то есть там в Соединенные Штаты, в Европу, в Армению, в Грузию и так далее. Я или ребята, которые мне помогают, вам обязательно ответят и скажут, как это лучше сделать. Ну, это что касается календаря. Ну, а теперь выпуск. Приятного просмотра. Сегодняшний выпуск надо бы начать с бородатого анекдота, который многим известен. Умирает старик-армянин. Собрал он своих детей и внуков с наказом. Берегите евреев. Евреев? Почему? Удивились дети. Старик отвечает. С ними покончат, за нас возьмутся. У этого анекдота есть справедливая предыстория. Постоянные зрители моего канала, которые подписаны на него, наверняка смотрели выпуск из города Порту в Португалии, где я показываю и рассказываю о старейшей улице города Порту Руа де Армения. Там же рядом есть и Руа де Жудеуш, улица еврейская. Я рассказал, что в 15 веке в них жили армянские еврейские коммерсанты и мореплаватели, коих впоследствии изгнал из Португалии, часть изгнал, часть вообще инквизиции подверг португальский король Мануэл I. Затем антисемитские погромы в Кишиневе и Житомире, это уже в начале 20 века, аукнулись в 1905 году уже на антиармянские погромы в Баку. А геноцид армян Первой мировой сказался на Холокосте евреев во Второй мировой. Теперь кровопролитие азербайджанских нацистов и исламистов в Арцахе, в Карабахе сказались на подобное кровопролитие в Израиле. Два народа вроде идут рядом, но в то же время врозь. А виной тому сребролюбие правительства Израиля и конкретно Нетаньяху. Все эти месяцы, против которого выходили на улицы мировых городов евреи, против этого самого Нетаньяху. Напомню, что Нетаньяху добрый друг Алиева, диктатора азербайджанского. Поэтому, с одной стороны, можно понять тех армян, что не сопереживают Израилю в эти дни, но, с другой стороны, мы все-таки люди и должны сопереживать цивилизованным людям, а не тем, кто головы сносит, как азербайджанские башибузуки. А почерк «Хамас» такой же, как и у азеров, чтобы вы понимали, практически один в один. Но есть и другая, своя сторона. Палестинцы, с которыми у армян Ближнего Востока тесные связи. А сами палестинцы очень уважают армян. Армяне для многих из них самый близкий христианский народ. В Палестине, например, много смешанных браков армяно-палестинских, в основном палестинцами с палестинцами-христианами. Но и палестинцы-мусульмане уважают армян, как завещали им в своих фетвах сподвижники пророка и халифы. Подлинники фетв хранятся в Иерусалиме. Скажу больше,
Недавно я был в палестинском Вифлееме, храме Рождества. Там на главной площади города, вот, прям главная площадь и храм Рождества. И знаете, что я там увидел? Флаг Армении стоит выше флагов Палестины. Это главная площадь Вифлеема. Опять же, для тех, кто не знает, я говорю о Палестине, которая на западном берегу реки Иордан. То есть так называемая палестинская автономия. А война нынче с территории на юге Израиля, называемой сектором Газа, где задействована группировка Хамас. Как видите, у армян и с Израилем свои тесные исторические и культурные связи уникальные, которые не имеют вообще аналогов ни в одном из народов постсоветского пространства. Ни у одного, вернее, из народов постсоветского пространства. И с Палестиной довольно тоже тесно общаются армяне и живут там. А один из дипломатов палестинских, армянин Хасасян, так и вовсе долгое время представлял Палестину в Великобритании и на международных площадках. Кстати, недавно он был и в Армении. Но сегодня к нам присоединяется израильский журналист Артем Черноморян, он же редактор армянского издания. Добрый вечер, Артем, рад вас снова видеть. Какова ситуация на текущие часы? Я так понял, что раз у нас так получилось все быстро, то у вас там не очень-то все и хорошо, мягко говоря. Да, добрый вечер, Вадим. Я тоже очень рад вас видеть. У нас реально ситуация все тяжелее и тяжелее становится. Полтора дня думали, что сейчас какое-то спокойствие, мало как бы тревог было, особенно у нас в Петах-Тикве. Но в основном весь Гуш-Дан, большой Тель-Авив, был под обстрелами, и вот последние полчаса очень сильно активизировались и начали уже конкретно попадать в здания, хотя железный купол работает, но где-то от нас только что, вот, как бы 3-4 минуты тому назад я поднялся с бомбоубежища, вот, и там все дети и люди, как бы, очень все собрались там, вот, уже в течение полчаса уже второй раз, но и каждый раз приходится еще 10-15 минут там оставаться, пока как бы опасность не пройдет. Вот, поскольку все равно же летят еще и осколки, и слышны как бы из других городов тоже как бы обстрелы, и вот этот пум каждый раз, который вот очень близко, все ближе и все ближе. Да, когда вот мы с вами созванивались, я слышал эту тревогу. Да. Вот такая непростая ситуация. Вот, и сейчас пока еще наземной операции как таковой не было. И может быть она скоро будет, не будет, я не знаю. Но факт, что вот сейчас идет статистика, я правда не знаю сколько, вот какие цифры сейчас на самом деле озвучиваются. Но говорят, что в течение 7 дней Израиль столько железа как бы на голову палестинцев как бы выбросило, да, и как бы ракеты, артиллерия и как беспилотники, и самолеты, и ракеты, и бомбы, да, все вместе, что как бы это годовой запас как бы Америки, который они использовали в Афганистане против Талибана и против террористов. Представь себе, сколько железа как бы туда попало уже как на голову палестинцев. Артем, но вопрос в другом. Откуда у палестинцев столько оружия? И вот кто очень их хороший... крышует? Кто их крышует? Да, вот во-первых, вот очень много я сейчас читаю восточную прессу, в основном вот немецких журналистов, и они пишут, что в основном за ними стоит Иран, конечно же, а деньги поставляет Катар. Каждый месяц 30 миллионов долларов Катар дает, в год минимум 100 миллионов только наличными, и Иран переводит, плюс вооружение. Вот. И интересно то, что 7 дней уже там фактически вся Газа в руинах, и каждый раз они по 200 ракет стреляют. То есть где-то уже приближается к 6 тысяч как бы ракет уже, да, как бы немножечко меньше, столько они стреляли в сторону Израиля. Представь себе, вот такая маленькая Израиль, крошечная страна, наверное, как бы ваш город и рядом с ним еще 2-3 города больше, чем наш Израиль, да, но все равно там у нас плотность населения очень высокая, и каждая ракета
как бы, которая летит в сторону Израиля, если это вовремя не уничтожится в небе, может быть, и кого-то убьет, и убило, и очень много чего разрушения может произойти потом. Да, еще я хотел сказать, что очень много немецких журналистов пишут, и что тут еще и Россия тоже как бы крышует тоже из-за того, что прямо в этот же день началась война. То есть началось контрнаступление в Украине прямо 7 числа на Авдеевку, еще на нескольких направлениях. Поэтому, то есть, и Медведев еще сказал, что американцы пускай своими союзниками, израильтянами занимаются, а как бы мы и решим вопрос Украины, как бы. Вот, то есть, очень много стран, которые на самом деле заинтересованы, чтобы вот все тут взлетело в воздух, и тут арабы и евреи опять начали убивать друг друга. И то, что интересно, я тут 20 лет живу уже, и это первый раз, как бы, то, что именно реально Нетаньяху сказал, что идет война. То есть, в первый же день они сказали, что вот это война, а не какая-нибудь военная операция. Да, вот в этом году, в мае месяце, если вы помните, у нас еще раз был конфликт. Ну, продлился этот конфликт где-то 2 недели с исламским джихадом, опять же, с Газы, но Хамас тогда не подключился. И, к сожалению, тогда у нас армянка погибла, 80-летняя в Реховете, да, Инга Абрамян, к сожалению. Вот. И сейчас мы вот постоянно вот думаем об этом, чтобы, не дай Бог, вот столько израильтян бедных погибло, сколько арабов зарезали людей, убили и в плен, и в рабство унесли, да. Вот, и чтобы, ну, не вот, дай Бог... Да, там же есть среди них и россияне, насколько я знаю. Да, и россияне, и немцы, и американцы, и очень много национальностей, потому что в этот день... Они, арабы, об этом знали тоже, те, которые проникли в сторону Израиля, да, через, с этими парапланами, которые летели. Вот. Там где-то человек 6 тысяч собралось, там было мероприятие, праздник природы, так называемый, да, вот так называется. Да, это. Да, я слышал, да. Да, вот там они в основном всех убили и зарезали. А какова ситуация сейчас обстоит с армянской общиной в Израиле? Спасибо за вопрос. Смотрите, вот наша, вы знаете, что у нас в Петах-Тикве есть общественная организация, вы про нас рассказывали много. Вот мы единственная организация в Израиле, которая сразу же на третий день войны мы организовали штаб, как бы информационный, и штаб поддержки армянам, который находится в зоне вот именно близко к Газе, Ашкелон, Ашдод, Бершева, Кириат-Гат. Там у меня и двоюродный брат живет в Кириат-Гате, очень много родственников, друзей очень близких. Вот. И мы позвонили людям, как бы постоянно связь держим с ними. И вот звонили туда, и мои друзья, вот все готовы помочь, если есть какие-то люди, которые нуждаются в помощи. Они могут с радостью помочь. Но в основном помощь это информационная. То есть мы получаем, как бы у нас есть несколько WhatsApp-групп, все армяне заходят туда, пишут, у всех хорошо, у кого так, у кого какие проблемы есть. Как бы в основном проблемами не занимаемся, потому что Израиль самообеспеченная страна. Есть тут тыл, как бы и Караской отдел тыла, и обычный тыл есть, да? То есть люди еще и было сообщение, за 72 часа и купили и еду, и воду, и все. То есть в этом плане все нормально. То есть не голодаем, не умираем от голода и от холода. Вот. Но как бы мы обратились в посольство Армении, обратились в государство Армении с просьбой хотя бы организовать самолет, чтобы наших детей отсюда вывезти, да. Есть очень много людей, особенно вот там, где пограничный с Газой район, там 500 человек где-то живет в этих 4 городах, и чтобы эвакуировать хотя бы детей из более южных городов, из наших городов, тех, которые хотят своих детей хотя бы вывезти из зоны конфликта, потому что, понимаете, физически уже нервы на пределе у людей. То есть, если есть очень много беременных женщин и детей маленьких, и то есть надо как-то что-то с этим делать. А безопасных мест, к сожалению, сейчас в Израиле фактически как таковых нет. На севере как бы Хезболла бушует, посылает свои дроны и минометные обстрелы делает. В центре мы под обстрелами Хамаса.
В юге вообще ситуация катастрофа, они пытаются еще раз Артем, прорвать. я еще хотел вот такой вопрос задать. Я знаю, насколько мне известно, не только на территории Израиля проживают армяне, но есть армяне еще и на территории Палестины. А какова Да. там ситуация с ними? У вас есть связь какая-нибудь? Хотя, может быть, вопрос глупый, в данный момент иметь какую-то связь с палестинцами. Да, с палестинцами там связи нет. У нас единственное есть как бы армянская община в Вифлееме, но Вифлеем, вы знаете, в общем, это часть западного берега, они не Да. участвуют в этом конфликте. То есть там армяне все нормально, наши дети между детьми как бы постоянно в переписке, как бы до отцов еще не доходит, потому что отцы в основном заняты другими делами. Вот, то есть в этой части, вот в Вифлееме все спокойно, армяне нормально там себя чувствуют. Даже они сами просят приходить сюда, у нас тут все спокойно. Сами нас сюда зовут. А вот именно в Газе никаких армянских семей, к счастью, нет. Но там, потому вот что я там... знаю, женщина, забыл, как ее зовут. Да, Лиана. Лиана, да, она оттуда выехала, да, раньше из Газы. Она, по-моему, там не живет. Это не Газа, это как бы Чанин, она находится в Чанине. Но я вижу, что она как бы очень активна в интернете. То есть, если бы какая-то проблема была бы, мы бы сразу она бы нам сообщила и знали бы. В общем, так вот. И проблема в Газе тоже очень сейчас серьезная. Знаете, что Израиль там отключили свет, газ, как бы, и сейчас Рафих открыт, как бы контрольно-пропускной пункт, граница с Египтом, и там где-то 500 тысяч человек уже прошли. Я думаю, палестинцам нужно взять россиян в качестве миротворцев, и все у них будет хорошо. Я имею в виду там в секторе Газа, особенно на приграничных участках. А еще такой вопрос. Скажите, а кто-нибудь из армянской общины воспользовался, вылетел в Армению, или все-таки все в Израиле остались так? Нет, во-первых, есть очень много семей, кто успел-то достать билеты, уже через Кипр успели, через грузинские авиалинии успели. Но проблема в том, что все европейские авиакомпании не летят в Израиль, летят только Эля летит, грузинские авиалинии. Да, я видел Flight Radar, да, я удивился, почему нет ни одного самолета из Европы, но Flight Dubai... Я видел еще какие-то авиалинии. Там парочку авиакомпаний летят. Проблема в том, что вот я недавно разговаривал с моим другом, у которого своя собственная большая авиакомпания, я не хочу имена называть, не рекламировать, да, авиакомпанию. Вот он мой самый, один из самых близких друзей, мы с ним три года вместе, в общем, дружили. И, в общем, я позвонил, сказал, можно самолет нам послать, в общем, как друг прошу, да, скажу, что надо, как бы. Работают они с Израилем очень тесно. Сказали, что все европейские страны, как бы все страховые компании самолетов, которые страхуют самолеты, они не дают разрешения, чтобы европейские самолеты летели, чтобы европейские самолеты летели в Израиль. Поэтому очень тяжело как бы это все организовать. А грузинские авиалинии до 25 числа билетов уже нет, все распродано. И билеты там чуть ли не $1500 один билет. Если представить себе, семья маленькая, 4 человека, а если семья большая, 6 человек. Как обычно, да, на войне всегда кто-то зарабатывает. Да, да, как бы они бешеные миллионы зарабатывают на нашем горе, да, и все авиакомпании, не только грузинские, да, те, которые летают, миллионы делают на этом, греют свои руки. Вот. И представь себе, вот мы не можем себе позволить $10 000 заплатить, чтобы... И неизвестно, этот полет будет или нет. Если отменят, то говорят, что есть шанс, что ты все свои вот деньги потеряешь вместе с билетом. То есть очень-очень рискованно. Артем, а как вы считаете, эта война, которая сейчас началась на Ближнем Востоке, может перерасти на более такую глобальную, региональную и дойти до Ирана, скажем, в том числе и Армении? Потому что это как бы бок о бок рядом. Смотрите, этот вопрос я постоянно вот задают мне наши журналисты, да, очень тяжелый вопрос, как бы я сам не могу предугадать, что есть в головах у этих террористов, да, скажем, ну Хезбалла тоже террористическая организация, как бы государство в государстве, да, в Ливане, вот, и
как бы особым умом они там не брезгают, они могут всячески в любой момент вот напасть и что-то там сделать. Но у нас есть рядом, как бы у Израиля есть такой друг, как Соединенные Штаты Америки, и вы знаете, что два авианосца уже вот защищают Израиль. То есть это очень ясный сигнал, такой очень крутой месседж всем странам, всем организациям, тот, кто рискнет просто войти сейчас в войну и что-то замутить, вот будет иметь дело с Америкой. Вот, Вадим, я вам честно говорю, я мечтаю, чтобы у нас, у армян, был такой союзник, как Соединенные Штаты. Вот какая поддержка финансовая, какая поддержка оружием. Сразу начали поставлять ракеты железного купола. То есть, вы как знаете, вот это американский заказ железный купол. То есть, израильтяне сделали и вернули американцам. Они сами пользуются, но технология у американцев есть. То есть, вот весь этот ракетный запас у Америки тоже есть. Они нам сейчас поставляют оружие тоже, ракеты, бомбы глубинные, чтобы эти бункеры как бы, да, уничтожать. Вот. И если, не дай бог, сейчас Хезболла пытается, несколько раз были попытки прорваться через границу, они на месте были уничтожены, Израиль уже был сбит израильский вертолет, то есть израильтяне уже один вертолет потеряли. Насчет техники я не знаю, что там потеряли, танки или БТР или что, то есть израильская как бы военная, израильские военные об этом ничего не говорят. Во время войны тут реально четко идет блокада всей информации. То есть сидят по телевизору, все разговаривают, все размышляют, все какие-то гипотезы говорят, но на самом деле никакой информации даже частично нету, что там реально происходит, кто кого, как, сколько у сторон потерь. Как бы я иногда открываю палестинские источники, есть такой русскоязычный сайт, палестинский информационный центр. Вот там, правда, все написано сионистский враг, там евреи враги, там и т.д. и т.п. Но все равно хотя бы там можно смотреть, вот служба, скажем, Красного полумесяца, сколько людей там эвакуировали, как там ситуация. То есть можно несколько цифр хотя бы оттуда взять. Я реально сейчас не знаю, сколько погибших в секторе Газа. Говорят, что больше 2000 человек погибло. Но то, что больше 1500 тел только были убиты прямо в израильской земле, это факт. То есть там реальная резня была. Там даже сначала после этих хамасовцев туда заходили еще в шлепанцах, в спортивных трусах, как бы в шортиках заходили эти арабы, убивали просто людей. Ну вот сжигали. Вы сейчас назвали такое количество людей. Неужели хамасовцев больше, чем вот было убито? Тогда получается, кто убит в таком количестве? Это мирные люди? Где? Нет, хамасов... В Палестине, в секторе Газа. А, в Палестине эти 1500 человек, о которых я говорю, эти 1500 человек, это Палестин, именно хамасовцы, которые были убиты прямо в Израиле. А кроме этого, еще 2000 человек говорят, что убиты там. Но сколько там из них мирных жителей, дети и немирные жители, просто террористы, это как бы мы сейчас не можем сказать, потому что очень много людей остаются под развалинами, их тела все равно как бы никто реально не знает, сколько там погибших, потому что когда вот израильтяне именно бьют под зданием, потому что в основном во всех зданиях как бы внизу у них в подвалах есть вот эти ракеты, то есть в основном арабы вместо того, чтобы все эти ракеты, все эти пазы своих ракет, да, как бы хранить в разных местах, далеко от населенных пунктов, они наоборот, как бы под школами, под зданием ООН, под больницами, они все ставят вот все эти ракеты. Поэтому, как бы, смотрите, вот я, как вы видите, как выглядит Газа, да, в данный момент, но все равно вот факт, что сотнями они против Израиля пока что сражаются и посылают эти ракеты из бункеров, из всяких защищенных, закрытых мест. Но понимаете, сколько дронов сейчас крутится в Газе, сколько дронов израильских и сколько, как разведка там работает. Меня все удивляет, как это все вообще попало в сектор Газа, через море, как это вообще могло через Масаду вот так вот пройти просто все, или через Египет. Все через Египет, через туннели.
поскольку там у них нет работы, и все мужское население там занимается копанием туннеля. Все краты там занимаются копанием туннеля, и через Египет все это попадает, через Египет в основном все это попадает в сектор Газа, через туннели, через это, то есть через такие места, там, где даже Египет — это большая страна, то есть физически невозможно в этих пустынях, вот где есть маленькая дыра, откуда эти палестинцы выходят, все это контролировать, вы понимаете прекрасно. И все это через Египет попадает туда, и у них тоже кустарным образом, они же все равно питон получают, они же все равно железо получают из Израиля, да, как бы, и эти арабы из Газы приезжают в Израиль работать, зарплату у нас получают, покупают все, вот. То есть они кустарным образом тоже делают свои, кустарным образом делают свои ракеты, но такие ракеты, Вадим, реально они не точные, понимаете? То есть, когда они стреляют, очень много раз получается, что одна часть как бы остается у них, как бы не перелетает просто границу Израиля. Одна часть взрывается в воздухе, то не взрывается, то наши системы их как бы уничтожают в воздухе. Но все равно они стреляют по всем, как бы и людям, животным, и все, что двигается, все, что не двигается, просто тупо стреляют. Куда ни попало, не попало. У них как бы нету таких точных ракет, слава богу, да? Чтобы... Я так понимаю, они очень основательно готовились и обзавелись очень такими надежными союзниками. Ну да, вот я вам уже сказал, сколько сот миллионов долларов они деньги получают и сколько ракет они получают. И говорят, что у Хезболлы сегодня они как бы нападение делают на израильскую технику в севере, да, и они используют российскую систему Карнет. Об этом сейчас израильцы они очень часто пишут. То есть российские противотанковые системы Карнет они используют. Не обычные уже РПГ, а реально уже лазерным прицелом. Ну, как говорится, бизнес есть бизнес. Мы хорошо помним, как Израиль тоже продавал оружие Азербайджану, и тем не менее я очень беспокоюсь за израильтян и люблю Израиль. Да, я хочу еще... Спасибо, что вы этот вопрос подняли. Сегодня был полет опять из Израиля в Баку, к сожалению. Вот мои друзья сейчас послали мне из Флорадара то же самое, Ил-76, Silkways, опять полетел туда. То есть у Израиля сейчас вообще колото оружие, а они все равно своего этого друга не обижают. Ну, тогда нечего пенять и на Россию, так сказать. Ну, смотрите, если взять по-большому, Россия 9 миллиардов долларов до 2020 года, являясь самым хорошим другом Армении, продала Азербайджану, это факт. А Израиль всего 5 миллиардов продал. Давайте цифрами говорить. Все равно. То есть наш друг... А Израиль не друг Армении. А у нас с ними... Никаких... А Израиль, получается, я сам помираю, но деньги важнее. Возьму с собой в гроб. Ну, израильтяне, они такие. Если у них договора, то есть и можно во время войны еще копейку там отхватить и еще какие-то миллионы заработать, и они все равно. И, кстати, как бы я недавно видел маленький кусочек какого-то телемоста Израиль и Азербайджан, там три азербайджанских этих якобы, да, сидели политолога и один израильтянин, и он мне говорил: идите куда подальше, как бы заткнитесь, возьмите свое мусульманское эго, я смотрел. Причем это очень такой классический ярый арменофоб, израильтянин азербайджанского происхождения. Да, вот мне тоже это удивило, вот до чего вот они докатились. Хотя сегодня был один такое явление вчера вечером по 12 каналу Израиля, сравнивал Газу с Карабахом, там какие-то глупости говорил. Вот сейчас вся армянская наша община об этом думает, как мы этого будем наказывать, да, кому будем писать. Ну, я бы вам тоже сказал, что я бы тоже сравнил где-то Газу с Карабахом, например, показал бы фотографии вот этих расчлененок, да, которые устраивают они, я имею в виду Хамас, и которые устраивали азербайджанцы. Мы как раз этим занимаемся, но сравнивать не в этом плане, а в плане террористов. То, что наше государство в Арцах, да, они террористы, и в Газе тоже террористы, то, что у Азербайджана... Я понял вас, да. Вот в этом смысле. А то, что вы говорите,
Вот вся наша сеть, вот вся армянская община об этом говорит, что, дорогие израильтяне, 19 числа вы про нас забыли, и то, что зверства у нас там происходили, то, что резали и убивали наших армян, вы про это почему-то вот в таком трагическом тоне не разговариваете. И то, что эта беда пришла к вам, вот прямо сейчас начали фильмы делать, скоро несколько фильмов сделают и Netflix, и всяких документальных, интересных историй. Все это будет очень все красочно. Вы знаете, сколько евреев в Голливуде есть, к сожалению. Да, вот люди научились на чужом горе деньги делать, и я думаю, что это тоже произойдет. Но я вам честно скажу, для меня неприемлемо то, что в Армении армяне говорят, что хорошо, это бумеранг, вы им продавали, пускай сейчас вас режут эти мусульмане. Вот это неприемлемо. То есть бедный народ, еврейский народ после Холокоста, это второй раз происходит, то, что вот так вот убивают, насилуют и берут в плен, и вот так прямо как бы... Нет, здесь я согласен, земле, абсолютно. Здесь я согласен. Да, на своей земле как бы происходит такая трагедия, то есть... Я такие кадры видел, у меня такие вот журналисты-израильтяне мне такие кадры посылают, то, что армия заходит, вот эти, заходила, да, как бы до 7 числа, то есть 8 числа утром уже они начали снимать, как бы, и проверять, кто жив, кто нет, вот, и там оттуда такие ужасные кадры, вот именно кадры, я не знаю, просто слов нет, чтобы... реально сказать, вот, как бы рассказать, какие зверства они там делали. Вот. Хорошо, Артем, я не буду тогда вас больше задерживать на сегодня, потому что действительно у вас ситуация сейчас критическая, мы с вами вот еле связались. И вообще всю эту неделю мы пытались связаться, то одно, то другое было. Спасибо большое, будьте на пульсе событий, ну и, естественно, будьте осторожны. Да, спасибо. Единственное, я хочу сказать, что мы сейчас хотим наших детей еще раз, как бы еще раз хочу отметить, что мы сейчас хотим своих детей как бы отправить в Армению, и армянское правительство этим занимается. Вот. И мы, можно сказать, единственная община, что никогда не были тяжестью для армянского государства. Наоборот, мы всегда помогали, вы сами знаете. Да. Вот. Да, у нас каждый год... Но вы и про палестинских армян не забудьте, потому что, может быть, и им тоже нужна будет помощь, и им нужно будет куда-нибудь в Армению, например. Да, мы и палестинских армян к себе возьмем, и наших туда отправим. Но это в шутке я говорю, но все равно наши друзья... Обмен опытом. Да, понимаете, у нас реально очень хорошие отношения. У меня как бы в Бифлееме тоже друзья есть армяне, да, с которыми я 20 лет дружу. То есть в этом плане все нормально, но я хочу надеяться, что армянское правительство хоть раз нам самолет предоставит, и мы сумеем хотя бы маленькую часть наших детей и как бы людей отправить туда, чтобы хотя бы месяц отдохнули от этого ужаса. А потом, даже еще, Вадим, да, извините, как бы я правильно, я как бы вот так у меня непростая ситуация, но все равно хочется рассказать, да, вот еще одно предложение вам скажу. Вот то, что очень важно. Очень много армян сейчас в мобилизационных войсках. И очень много армян есть еще и солдаты, которые в израильской армии служат. То есть в наших семьях, которые смешанные семьи, вы понимаете, да, что очень много детей наших сейчас служат. То есть все равно родители не могут своих детей бросить и просто улететь в Армению. Поэтому желающих очень мало, и мы не в тяжесть будем Армении. То есть останемся тут, чтобы за своими детьми смотреть, у кого есть дети. У меня очень много друзей, знакомых есть, и детей уже забрали, они сейчас там уже. Половина на севере, половина на юге. То есть все равно, как бы есть чем опасаться, как бы за жизнь наших детей тоже, те, которые сейчас служат и в приграничных зонах. И вы знаете, да, армяне немножко такие чересчур храбрые в этом плане. Вот. И у нас тоже есть погибший еще несколько, ну, где-то 10 лет тому назад сын нашего Вага Папяна, как бы Давид Папян, прямо с Хамасом сражаясь, спас своих товарищей, сам погиб во время боя. Ему было 23 года тогда. Вот. И, в общем, я желаю, чтобы у нас очень быстро вот нашли стороны между собой, как бы какие-то
Я не знаю, говорят, что все, должны все Хамас как бы стереть с лица земли, но все равно надеюсь, что как бы весь арабский народ не виноват, что у них так, хамасовцы такие есть. Я думаю, так, в общем, и с обеих сторон, когда проливается много крови, все равно для нас тоже очень больно. Да, хорошо, спасибо большое еще раз, Артем. Это был Артем Черноморян из Израиля. Ну, а мы с вами увидимся уже совсем скоро. До свидания.